Закрывайся, закрывайся. Закрывайся. Меня не видно точно? Нет, тебя точно не видно. Смотрите. Юля, да? Ее не видно? Мне не видно. Так. Ну как тебе? Ух ты. Очень хорошо. Очень хорошая, красивая девочка у нас. Поэтому надо ей красивое белье подобрать тоже. Жалко, правда, что конкурс заканчивается. Ну? Ничего, еще финал лета. Да не бойся, ты не видно ничего. Первый вариант? Да, да, да. Это первый вариант. Давайте уже второй в конце концов. Тогда закрываем. Закрывайте, закрывайте, второй. Закрывайте. Да, это второй вариант. Да, да, да. Какой тебе само, какой тебе самой интереснее? Ну не знаю, по цвету вроде как-то это больше. Да. Да? Ну думайте, выбирайте и определяйтесь тогда. Вот это да. Классно, это лучше, чем первый. Поздравляем тебя, мисс Август. Мисс Клубника, дарим тебе такую карточку Витренко. Спасибо. Ты всегда можешь покупать нижнее белье со скидкой 10% и на свой день рождения 50%. Сейчас мы на тебя оденем правильно ленту. Буду покупать только на день рождения. То есть твои близкие тоже могут тебе купить на день рождения. Да? Правильно я делаю, да? Ты делаешь все правильно. У нас есть августовская победительница. Ура! Ура! Это завершение практически августовского конкурса «Клубника». Я очень рад, что опять победила судачанка. Я очень рад, что победила выпускница второй городской школы. Вторая школа рулит, это 100%. Вообще, я очень рад, что победительница будущая журналистка, я надеюсь, потому что она студентка Черноморского факультета МГУ. Поэтому для профессии ей подобные публичные действия очень классные. Вообще просто молодец, умница девушка. И я горд за город в этом плане. За ее родителей, кстати, пускай папа не ругается за подобный конкурс, потому что это очень классно. И на самом деле, ты знаешь, будет что вспомнить. Вот так вот, спасибо. Спасибо. Крымский репортаж. Ваши впечатления, девушки? Замечательно. Все супер. Все довольны. Победительница достойная. Это у нас победительница августовского этапа конкурса, да? Хорошая девочка, красивая, умная, самое главное. Не только красивая, но еще и умная. Девочки, я вас очень прошу, участвуйте. У нас финал конкурса заканчивается в понедельник. Участие уже не получается, уже только голосование. Вон висит ленточка. Да, вот висит ленточка финала лета. Да. Ну, финалистки все, я хочу сказать, достойные. Очень достойные. Все судакчанки. Все судакчанки. Награждение когда будем делать, финалистки? В понедельник? Во вторник? Определимся? Во вторник уже определимся. Давай, определимся и заранее сделаем об этом оповещение. Да, будет очень ярко, красиво, море призов. Ты довольна? Ты довольна? Ян, ты довольна? Очень довольна. Спасибо за подарок такой прекрасный. Спасибо всем. Очень довольна. Вот и славно. Ура! Ура!